Всем привет, ребят. Ну что, прокачиваем нового героя. Посмотрим, что он может. Скажем так, на 10-м скилле. Давайте ему скилл качнем. Сделаем первую эволюцию. И посмотрим, что он может на эво вообще. Я показал вам, что он критует довольно-таки неплохо. Сейчас мы докачаем ему просвет. И посмотрим, на что он способен. Герой, автопрокер, ближнего боя. То есть ему, чтобы зарядиться, надо быть ближнюю цель атаковать. То есть есть свои нюансы. Но, в принципе, относительно он смотрится неплохо. Такс. Давайте просвет докачаем на максимум уже. Потом пойдем в рейд. Фармить золото ему. Так, не хватает нам синих кристаллов. Окей. Так, есть, с этим разобрались. Делаем вот так. И делаем первую эволюцию. Вот так, не хватает ковяшек. Такс. Так, делаем эволюцию и аугментацию сразу же сделаем. Ну, чтобы он уже начал у нас чары хоть какие-то использовать. Посмотрим, что он может. Так, отлично. Аугментация есть. Ну, его есть смысл собирать на крит, ему смысла собирать нету, он и так будет критовать бешено. Вот крит урон, например, урон можно попробовать. Но опять же, в идеале будет ему, наверное, уклонение на PvP локации. И плюс подашка обязательно, потому что он будет сливаться у вас очень и очень часто из-за своего урона. В общем, посмотрим, потестируем, посмотрим. Я намучился сегодня. Как я его выбивал, вы это все увидите. Так, ладно, пусть будет такое. Давайте по чарам пройдемся. Ну, это понятно, что это не его чара. Новая чара, ребятушки. Новая чара, я что-то не понял. Ага, чара и талант. Окей, интересно. Поехали. Это уже интересно. Давайте до 180-го его доапаем.
Я что-то себе думал, что талант, подождите. Получается, и чара, и талант есть? А, тьфу ты, вот талант, то чара. Все. Интересно посмотреть на эту чару в действии. Я надеюсь, он к тому времени не сольется. Смотрите, он нули получает. Что-то я не понял. Ух ты, блин, урон у него, конечно, лютый. Бьет он, конечно, тоже как-то так странно. Навхрест. В любом случае, плюс то, что он автопрокер. Это однозначно плюс. Ну, включись. Отхиливает не так уж и много он себе, но урона, блин, у него дофигища. Посмотрите, что он делает. Фига себе, они его так не пробивают просто. Так, слили. Но я вам скажу, вот такой вот урон для героя недокачанного. Блин, неплохо. Так, сейчас я Минотаврика поставлю сюда. Так, талант понятно. Мне интересно чару посмотреть. Что дает новая чара? Знаю, вот их поймешь, типа какого-то щита дает, щит неуязвимости, что ли. Напишите в комментах, кто видел где-то перевод уже. Ну реально смотрится. Ну смотрите, нули вот идут. Хотя у нас нули вроде и до этого шли. То есть дает какой-то неуяз. Что за неуяз, непонятно. Двадцать пять плюс 70 повышение, или это повышение здоровья, скорее всего. Ну-ка, если тут крит, короче, непонятно по новой чаре. В общем, она у нас. У нас она есть. А что она делает, мы пока не знаем. Так, а ну идем на подземке. Блин, а урон у него реально очень крутой. Не знаю, мне он как бы нравится, но тех средств, которые были на него потрачены, пока я не вижу, что себя оправдывает. Ну а так, в принципе, посмотрите, что он на эволюции уже чудит. Разносит. Немножко разносит. Можно будет его собрать в дефную какую-то сборочку, попробовать. И он будет шатать. Давайте поставим эмблемку ему еще хорошую. Вот, кстати, у нас есть возможность поставить вот эту эмблему. Поставим ему панч бокса. Вот сейчас он должен просто унижать подземки. Ух ты! Это было жестко. Посмотрите, как он получается. Чем дальше, тем больше зоны у него. Дамага, конечно, у него хватает. Самое главное, чтобы поменьше стана было. Посмотрите, окаменение накидывает как.
Вот это самое интересное будет, это то, что он будет кидать окаменение. В принципе, этого уже вполне достаточно. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу героя Чары. Очень интересно. Будем дальше качать, тестировать. Все, всем удачи, всем пока.